порядок научной встречи такой. Один день мы как бы будем говорить о мире. О ее метаполитической функции и о ее связи с предохранительным сознанием защиты себя. Ну, все это, как бы, безусловно, будет ложиться на таблицу венецианской системы. А вот теоретическая функция графы, там как бы у нас осталось 2 дня. Мы пройдем все уровни графы. Да? Сначала управляющую систему рассмотрим, затем у нас будет каждый объект обращения, какую теоретическую функцию как бы, несет в себе. Да, то есть, и, так сказать, как это связано с мирой. Это все связано с миром, и таким образом все связано с теми вещами, которые называются координаторы сознания и психики данного человека. То есть какая у вас была роль графы, это координационная функция между сознанием и психикой человека. Вот мы как бы будем роль координационной функции. Да, то есть она основополагающая. По сути, если ты управляешь координационной функцией своей и чужой, то ты, по сути, управляешь сознанием и психикой другого человека. Вот как бы вся суть. Вот мы будем смотреть, как это возможно, как это делается, в чем как бы суть этих систем, которые мы как бы, пользуемся, и от них как бы не зависит, как мы свою психику проводим в координацию с сознанием и как бы в координированном состоянии, как бы, действуем, мы получаем большой мощность.